Несмотря на постоянные жалобы горожан, что дороги находятся в неудовлетворительном качестве, в городе все-таки существует структура, которая следит за тем, чтобы снежные накаты и колею убирали вовремя и везде. Ежедневно нами осуществляется выезд по районам города Уфы. В ходе обследования уличной дорожной сети мы составляем акты неудовлетворительного содержания дорог, после чего мы едем в местные муниципальные учреждения и составляем протоколы за неудовлетворительное содержание дорог. Только с начала года уже было составлено 45 административных протоколов, из которых 33 на должностных лиц и 12 на юридических. Всего же выписано более 500 предписаний на устранение недостатков дорожно-уличной сети. Выдают предписания, оформляют протоколы на несвоевременную организацию работ по уборке улиц, уличной дорожной сети. По словам коммунальщиков, главная проблема, по которой они не могут исполнять свои обязанности, это брошенные автомобили. Есть проблемы у нас с брошенным транспортом, создаются помехи, время на уборку улицы значительно больше используется, но стараемся с этим бороться. Ежедневно сотрудники ГИБДД патрулируют город и выявляют дороги, которые не соответствуют нормам. Несмотря на это, каждую зиму город сталкивается с одними и теми же проблемами. Марат Ганеев, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ.